Провериться на наличие симптомов COVID-19 теперь можно с помощью онлайн-анкетирования. Ответить на вопросы можно в мобильном приложении «Домумед». Там же консультируют и о профилактических мерах и действиях в случае подозрения на опасный вирус. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев. Кроме того, Минздрав расширил список официальных источников информации о коронавирусе. Помимо сайта coronavirus2020.kz, все последние сведения можно получить на официальных страничках ведомства в социальных сетях. А новый специально созданный бот в Telegram очень быстро набрал свыше 17 тысяч подписчиков. Кроме того, запущена онлайн-карта с адресами людей, контактных с зараженными коронавирусом. Коронавирус передается не только от человека к человеку, но и через предметы, которым прикасался носитель вируса, и держится на разных поверхностях от 2 до 24 часов. Это может быть телефон, поручни, лестницы, что угодно. Цель этой онлайн-карты – сделать так, чтобы люди, находясь в точках, обозначенных на ней, более внимательно относились к соблюдению правил санитарной безопасности. Через 14 дней после окончания карантинного периода точки с карты убирают.